итальянский стиль. В мебели он находит отражение в благородстве линий, основательности, классическом подходе к выбору цвета. Для знатоков итальянский стиль обязательно ассоциируется с максимальным комфортом. Именно такие характеристики подходят для гостиной Изотто в цвете Валенсия. Это яркий пример приверженности итальянскому стилю в его классическом исполнении. Коллекция Изотто создана в классическом стиле. Ее пропорции, декоративные элементы, цвет и фактура материалов – результат многолетних поисков мастеров-мебельщиков итальянской школы. В то же время Изотто – это современная классика. Модульная комплектация и грамотная организация мест хранения делают ее абсолютно комфортной для современного человека, не лишая мебель традиционного очарования и красоты. Кстати, мебель коллекции Изотто изготавливается только из высококачественных материалов. В коллекции Изотто верхние фасады каждого предмета мебели обработаны патиной вручную. Патина добавляет эффект благородной старины, а особую гладкость и прочность покрытию фасадов придает двуслойный лак. Чудесный тандем с патиной составляет изящная фурнитура в стильной отделке античная бронза. Любители ярких акцентов могут дополнить коллекцию Изотто этническим текстилем или оригинальными светильниками. Такие интерьерные нюансы превратят вашу гостиную в уникальное место для приятных встреч или, наоборот, вдохновляющего уединения. Обратите внимание на навесную полку. Она будто парит над классической солидной тумбой с тремя отсеками для хранения. Навесная полка станет местом демонстрации дорогих сердцу вещей и настоящим украшением комнаты. Тумба – центральный элемент коллекции, который сразу приковывает внимание. Дизайнеры давно отказались от объемных конструкций, которые можно расположить только у одной, самой большой стены. Тумба и два шкафа по отдельности – вот новое решение в классическом стиле. Узкий вертикальный напольный шкаф – само изящество. Идеально использовать сразу пару, разместив их симметрично у центральной стены гостиной. Зеркала за полками создают эффект расширенного пространства. Вам понравилась гостиная Изотто в цвете Валенсия? Пишите свое мнение в комментариях.